На календаре 30 июня. 30 июня 1896 года самарскую публику удивили зарубежные гастролеры. Тогда в городском театре состоялся первый концерт труппы темнокожих артистов из далекого американского Сан-Франциско. Ровно 90 лет назад, 30 июня 1934 года, Самарский театр оперы и балета встречал именитый хор имени Пятницкого. Коллектив этот был организован в 1911 году. Сперва хористы жили в своих селах, а в Москву приезжали только в день концерта. Но после революции, когда спрос на крестьянские песни значительно вырос, артисты стали столичными жителями и начали гастролировать по городам великой страны. Ежегодно 30 июня отмечается Международный день астероида. В последний день июня наши предки вспоминали Мануила и Савелия, а также отмечали древний праздник, посвященный богу солнца Ериле. Во многих районах проходили ярмарки и крестьянские гуляния. Не забывали наши предки наблюдать за погодой. Яркая зарница сулила богатый урожай, вечерняя радуга – хорошую погоду. А вот багровый закат сулил сильный ветер и ненастье. Это были лишь некоторые интересные события и факты, случившиеся в 30-й день июня. Всего вам самого доброго!